Теперь я знаю, как с этим управляться. Просто держись правее. Давайте я вам помогу. Все в порядке? Все в полном порядке, сэр. Ничего не сломано. Мне совсем не больно. Я оплачу ремонт. Право, не стоит. Мне не нужны деньги. Нет, 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 нет. Вы уверены? Конечно. Я в полном порядке. Возможно, я могу вам чем-то помочь? Довести до телефона? Помочь? Может, он знает, как доехать до отеля? Ну, конечно. Мне жаль вас беспокоить, но мы остановились в королевском Виндзорском отеле. Королевский отель! Отличная гостиница! Да, только очень маленькая. Вам надо развернуться в обратную сторону и ехать прямо. Боже мой! Думаю, нам лучше отвезти вас в больницу. Это всего лишь царапина. Честное слово, не стоит даже упоминания. Саша, вы говорили налево или направо? Налево! Может, у вас перелом? Нет, нет, это всего лишь нога, и у меня есть еще одна. Давайте я помогу. Я просто загляну в аптеку. Я буду в порядке, как завтрашний дождь. А экзамены будут только в воскресенье. Что ж, очень рад. Простите, что вас беспокою, но вы случайно не видели здесь велосипеда? Конечно, он под машиной. Я вам помогу. Колесо не спустило, так что можно ехать дальше. Спасибо, что показали нам дорогу. Вы в порядке, да?